Сегодня в 10 часов утра на улице энтузиастов строительная организация повредила газопровод. В результате подача газа была прекращена на центральную городскую котельную, а также на котельные, которые обеспечивают теплом и водой все городские поселки, включая дальние СМП и зону индивидуальной застройки. Такое было вводное для проведения плановых учений ПГУ и ЧС «Общество Энергогаз Ноябрьск». Уже через полчаса на месте предполагаемого порыва работал экскаватор, и аварийная бригада готовила спецоборудование для замены участка газопровода. Но сначала совсем в другой точке города специалисты «Энергогаз Ноябрьска» перекрыли подачу газа на вышедшую из строя ветку и переключили на запасные источники питания городскую и поселковые котельные. Для того, чтобы полностью восстановить работу газопровода, рассказал начальник цеха эксплуатации и ремонта газового оборудования Яков Тимошенко, потребуется не менее 10-12 часов. А чтобы таких ситуаций не возникало в принципе, строительные организации должны согласовывать планы и схемы своей работы с «Энергогаз Ноябрьска». Последняя авария такого масштаба была, если мне не изменяет память, в 1984 году. Это был порыв газопровода, который идет в районе котельной КВГМ-100, вот туда котельная СУ-904 и зона индивидуальной застройки. Там Камацу работал и клыком зацепил газопровод, порвал.